13 некоммерческих организаций Ямала – победители первого конкурса президентских грантов 2021 года. Его итоги огласили на заседании Координационного комитета, которое провел первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. В числе победителей – проект «Губкинский город добрых дел» некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Дорогами добра» с Ямала. Его волонтеры помогают нуждающимся, передавая одежду, обувь и другие вещи. Проект у нас заключается в том, что мы закупаем ящики для сбора гуманитарной помощи, одежды для нуждающихся людей. И для людей это будет удобно прийти в какой-то там магазин, допустим, по пути взять с собой вещи и положить в этот контейнер. Таких контейнеров в городе планируется 2 завести у нас, поставить их в разных микрорайонах, не считая нашего пункта сбора, который будет у нас находиться, и партнеров, которые нам помогают. Добавим, в декабре Виталия Тимохина вошла в рейтинг выдающихся молодых людей Ямала ТОП-89. Напомним, также в нем губкинцы Айшат Нажмудинова, Антон Риткашов, Урузмак Якубова, Руслан Алислатанов и Юлия Ярощук.